В эту субботу, 13 апреля, в городе Минск, я проведу мастер-класс по фото- и видеосъемке. Если вы давно хотели научиться делать крутые кадры, но еще не мочили ноги в этой воде, значит, пора начать. Если же вы опытный камерман, но хотите провести клевый день на природе и помочь братьям меньшим, плюс потестить разные камеры, такие как Sony 6500, Sony A7R2, кучу фикс-объективов, дроны и механические стедикамы, тоже приезжайте. После зимнего мастер-класса по фото- и видеосъемке мы хотели сделать второй, когда будет потеплее, я решил сделать его именно в приюте для животных, чтобы совместить приятное с полезным. 7 числа Кавалькад Рекордс собирали деньги приюту «Домик собачьей надежды». Барон Аркадий, Поночка, Рафи и другие обитатели приюта очень ждут крутой тусовки. Еще они знают толк в крутом контенте, и они знают, что это увеличит их шансы найти дом. «Домик собачьей надежды» находится в 40 километрах от Минска, и добраться до него можно только на тачке. Поэтому, если вы хотели начать туда ездить, но не знали с кем и как, самое время узнать. По окончанию мастер-класса и помощи приюту мы устроим огромный костер и будем жарить на нем соевые шашлыки. На данный момент у нас всего несколько транспортных средств, так что если вы обладатель оного и хотите поехать, это вдвойне круто. Чтобы поучаствовать в мастер-классе, нужно сделать репост этого сообщения и написать одному из организаторов. Ссылочки указаны на экране. Погнали!